День X, 28 апреля, все ближе. В следующую субботу сотни ивановцев возьмут в руки метлы и грабли и отправятся убирать город от мусора. Чтобы акция чистоты прошла гладко, в мэрии обсудили оргмоменты. Во-первых, все желающие смогут получить необходимый инвентарь, перчатки и мешки для мусора. Во-вторых, если инициативные граждане решат убрать общественные территории, нужно предупредить о намерении, чтобы не было накладок. Итогом всей нашей работы для, скажем так, в организационных целях должна появиться карта, где у нас четко будут отработаны все точки сбора мусора от всех предприятий различных форм собственности. Это касаемо хоть наших подразделений администрации, да, и торговые предприятия, промышленные предприятия, ТОСы. Чтобы работа не была напрасной, собранные бумажки и бутылки необходимо грамотно утилизировать. Эту обязанность мэрия тоже возьмет на себя. Известить управление благоустройства нужно заранее, минимум за 3-5 дней. Тогда коммунальные службы приедут в указанное место и заберут мусорные мешки. В мэрии напоминают, что сжигать отходы категорически запрещено. Заявки у нас отражаются, сколько человек будет участвовать, на какой территории будут проводиться работы, какой необходимый инвентарь. И ответственное лицо с телефоном, чтобы мы могли связаться, чтобы мы могли передать инвентарь, а также место, откуда будем вывозить. Желание участвовать уже выразили десятки коммерческих организаций и ТОСов. Общегородской праздник чистоты начнется в 14:00 28 апреля. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.